7 мая обещают достроить областной музей трудовой славы. Ветераны, чиновники и бизнесмены в очередной раз встретились в стенах музея боевой славы. Перед началом совещания участники ознакомились с ходом работ. Сейчас возводится остов будущего здания, а также полным ходом идет сбор экспонатов. Уже удалось собрать тысячи предметов. Также продолжается сбор средств на строительство музея. На совещании участники встречи обсудили, чем еще можно помочь. По мнению депутатов областной думы, нужно активнее привлекать молодежь к работе над проектом музея. Основная цель, конечно же, чтобы люди увидели само строительство, да, и поучаствовали в этом строительстве. Не обязательно финансовыми средствами. Мы не говорим, что молодежь должна принести деньги сюда. Мы в основе своей говорим о том, что это могут быть экспонаты, это могут быть семейные экспонаты, это могут быть стройотряды, которые сюда могут прийти и помогать застройщику. Да. Это может быть какая-то инициатива от молодежи по какой-то аллее или чему-то еще, которая будет примыкать к этому зданию.